Лучшего участкового округа выберут муромляне. Стартовал первый этап всероссийского конкурса «Народный участковый». За право представлять город на областном этапе борются 5 кандидатов. Подробности в сюжете. Фронт работ участкового уполномоченного необъятный. От раскрытия преступлений до простой доверительной беседы с жителями. Так Анатолий Стулов, участковый кавардитского сельского поселения и, находясь в отпуске, старается проведать жителей участка. Помогать людям – это всегда хорошо. Как бы тяжело, сложно не было местами, но справляемся. Надеюсь, и в дальнейшем будем справляться и достойно справляться, чтобы люди чувствовали себя безопасно. Для участкового важно не только ответственное отношение к должностным обязанностям. Нужно найти подход к людям. Бывает, негативно относятся к милиции, причем откровенно, сразу с порога. Бывает, наоборот, идут на сотрудничество, активно содействуют во всяческих вопросах. Таких людей становится все больше, которые осознают ответственность. Анатолий Стулов по долгу службы тесно сотрудничает с администрацией кавардитского сельского поселения. Нареканий по работе участкового нет, говорит Виктор Данилов. Более того, Анатолий Стулов способен профессионально действовать в экстренных ситуациях. Он очень себя хорошо, грамотно и культурно зарекомендовал, когда была всем известная операция по изъятию свиней по африканской чуме. Разговаривал очень грамотно, толково, объяснял все людям. Добросовестное отношение Анатолия Стулова к службе оценили и коллеги. Его выдвинули на всероссийский конкурс «Народный участковый». Первый этап данного конкурса проходит с 11 по 20 сентября текущего года. Первоначальный этап – это этап местного уровня. Предоставлены со стороны руководства ОМВД России Муромский 5 кандидатов. Кроме Анатолия Стулова, в конкурсе участвуют Михаил Абросимов, Роман Карпов, Алексей Кузнецов и Антон Соколов. Проголосовать за участкового может любой желающий на сайте администрации округа. Победитель будет представлять Муром на областном этапе всероссийского конкурса. Анастасия Белова, Александр Симонов. Новости Муром.